Список главных достопримечательностей Москвы пополнится уже после Нового года. В начале 2018-го откроется самая высокая смотровая площадка Европы «Панорама 360» на 89-м этаже башни Федерации. Кстати, в октябре проект был официально занесен в Книгу рекордов России. Помимо красивых видов на город, гостей ждет 10 тематических зон. У нас планируется при входе первая зона, это зона, как мы называем его, зона кино, но это зона, где у нас будет проходить трехминутный ролик про Москву, становление Москвы. Далее у нас будет зона, это фотозона, bullet time. У нас на площадке будет интерактивный гид, это умный гид, который вам будет помогать, показывать, рассказывать. Вы можете читать про достопримечательности города Москвы на обзоре с 360 метров. Также у нас будут аудиогиды, у нас будут бинокли. Как я еще раз сказал, у нас будет находиться самая высокая фабрика мороженого в мире, где будет производиться мороженое. Все посетители смогут получить бесплатно мороженое. Мороженое уже будет включено в сам билет. На площадке «Панорама 360» будут проходить арт-выставки, концерты и спектакли, которые будут организованы совместно с Департаментом культуры города.